Коза – идеальное домашнее животное, со спокойным нравом, небольшого размера, в меру умное, неприхотливое и очень продуктивное. 2015 год по восточному календарю – год козы. Понаблюдав за символом года, мы сделали несколько прогнозов на Новый год. Итак, 2015 год ожидается мягким, добрым и пушистым. Все труды будут вознаграждены, удача будет сопутствовать всем обязательно. Год будет веселым и насыщенным приятными событиями. Символ Нового года – коренной житель сельской местности, поэтому особая удача будет сопутствовать ведению домашнего и сельского хозяйства. Вот таким обещает быть 2015 год, и каждому он обязательно принесет частичку чего-то очень доброго. Готовьтесь, только внимательно слушать и услышать.